города, вот по хайвею от нашего дома, вот ровно 15 минут ехали, в принципе, рядышком, с родителями, с Никитой. У нас такой зоопарк небольшой, маленький, называется кошачий зоопарк. Так что сейчас мы пойдем и покажем вам. Да, Никит? Да. А раньше здесь был большой зоопарк. Да, когда-то был большой зоопарк. Сейчас мы заплатим за билет в зоопарк. $21 заплатила, потому что у меня родители уже сеньоры. Сеньорам и детям подешевле. $21 на всех вместе получилось. По такой вот аллейке мы идем. Сейчас переключусь, буду немножко показывать. Запоздались, приехали уже без 24, а зоопарк всего до 5 работает. Ну, в принципе, нам хватит. Он очень маленький, очень маленький. Когда-то здесь в Пакене был побольше зоопарк. О, первая обезьяна. Знакомьтесь. Сейчас очень маленький остался. Ох, какие обезьянки. Никита, здесь надо тебе сфотографироваться. Так, вот первые клетки начинаются, но что-то вообще животных не видно. А, вон, вон, тигр, смотрите. Никита. Вот он с мячиком играет. Сейчас я приближу. Вот он. Ага, смотрите, он к нам катит мяч. Цирковой тигр. Наверное. Ой, ничего, мне страшно. Ну да, но он такой раз встал. Ага. Вот этот зоопарк кошачий, он вдоль хайвея тянется. Совсем-совсем небольшой. Пока видим только одних тигров. Кстати, я вот не понимаю, все-таки такой город. У нас город не маленький, у нас второй город в Вашингтоне по населению, вообще по территории, Спокен после Сиэтла. Но почему-то вот здесь нету ни парков развлечения, ни вот зоопарка такого большого. В принципе, могли бы сделать... О, вот он очередной наш гость. В принципе, могли бы сделать и побольше, да, зоопарк и... парк аттракционов. У нас есть в даунтауне небольшой парк, но там такой в основном для детей, ничего особенного, поэтому нам приходится ездить аж в соседний штат, в Айдахо. Ух ты, красавец какой, какой красавец. Гуляй. Ай. Ой, какой красивый ты. Вот тебя мы хотели увидеть. На фоне тигров поснимаем. Что-то он уже там рычать стал. Вот один и где-то там второй. Ух ты, как кричит. Слышишь, Никит, как да. Кричит? Как кошка. Ну, зачесался, зачесался, бедненький. Ну, хорошо, они сегодня повыходили из клеток. Как-то мы были... Мы давно уже, года 3 назад были в этом зоопарке, и они все сидели вот в этих своих вольерах, там в будках. Может быть, потому что слишком жарко было, они не выходили. Ну, вот так это выглядит наш зоопарк. Познакомлю вас с зоопарком. Так, здесь кто? Какой-то апачи. Ну, не видать. Так, а здесь я вижу мишку. Мишка. Don't run. Не бежать, значит, ты выглядишь как добыча. Нельзя бегать здесь. Ух, какой мишка. Он линяет весь, да? Весь такой лохматый. Кто тебе нравится, Никит? Мишка или тигры больше? Ну, мишка. Мишка.
мне Мишка нравится. Все, вот мы и в принципе прошли в длину зоопарк, только по одной стороне, сейчас еще по другой. Здесь домик, там продаются сувениры, может быть туалет есть, а вот есть какая-то беседка. Мы, кстати, взяли с собой продукты, перекусить, посидеть здесь. Здесь как раз такое место. За стеклом столики. Можно еще в этот магазин зайти посмотреть. Куда они ушли? Решили зайти в гифт-шоп, зоогифт-шоп. Здесь красивые чучела животных. О, там тоже есть попугаи. Пошлите посмотрим. А, нет, это только стафу можно, только рабочим туда можно входить. Нет, там только рабочим, оказывается, нужно. Вот с этой стороны их можно посмотреть. Попугайчики огромные. Так, здесь где-то ходит рысь. Что-то ее вообще не видать. Вот еще один тигр. Одни тигры здесь. Никита, а лев есть? Нет, здесь когда-то был лев. Когда-то был, да, я знаю. Он умер, писали в каком-то году. Не знаю. Нового они, наверное, не поселили. Так, рысь спряталась. Бегала-бегала. Не захотела, чтобы мы ее снимали. Что они, тигры? Его зовут Туга. Или Тага. Смотри, написано «сестра» английскими буквами, а там «маленький» написано, только тоже английскими буквами. Здесь «кошка» написано. Интересно, как русские слова по звучанию. «Джульет». Вот он, «Джульет» или «Джульетта». Не тигры. Это мы уже идем в другую сторону. Что этот зоопарк, в принципе, можно пройти, пробежать за 10 минут. Ну, билеты недорогие, в принципе. Так что можно один раз в несколько лет посетить такой зоопарк, и хватит надолго. Так, время неправильно, да? Так, здесь тоже тигры. А вот какой-то интересный, это не полосатый уже. Так, зовут его Самир. Да, Самир, это ты? Людей мало. Сегодня у нас вторник. Мы приехали в будний день. Уже скоро зоопарк закроется. Здесь вообще ничего нет. Ну, короче, вот такой вот зоопарк небольшой. Быстро его оббежали. Тут ураган бы завалило дерево. Ага, вот ураган дерево свалил. Это на нас прошлого года. А, сейчас мы там еще посмотрим. И вот в самом конце обнаружили белого тигра. Как-то мы мимо него проскочили, когда зашли. А, потому что вход немножко дальше был. А мы теперь в конец прошли зоопарка. Вот это красивый, да? Белый такой интересный.
те все одинаковые тигры, а этот красавчик. Белоснежный красавчик. Никита, он как наш Робби. Как наша собака лежит, там языком себя лижет, хвостиком машет. Так, сейчас сядем вот в эту беседочку. Здесь на воздухе что-нибудь перекусим. Посидим еще полчасика и поедем назад. Я не понял, а где тут выход-то? А выход там, в другой стороне. В ту сторону? Ага, мы же там зашли. Вот интересный момент, уже в конце сниму, шли-шли. Тигр бедный от жары залез в маленький водоемчик. Ага, это у него это джакузи. Ну да, джакузи, ну все, пузыри пустить туда. Ага. С подогревом. Сидит такой бедный. Решили мы переместиться в ту, в другую, а этого, красивую беседку. Джакузи, ага, у этого маленькая джакузи. А сам следует здоровый такой. Да, уже залез на свою будку. Лежит, отдыхает, красавчик. Так, уже зоопарк закрывается, и работники вот всех людей позвали посмотреть, как они кормить, что ли, их будут. Как они жрать? Как она им кидает? Так, вон он идет с этой, с тележкой. Готов, говорит. Ух ты, вот мы сейчас посмотрим. А, он идет между клетками. Я уже испугалась, думаю, что он к ним в клетку заходит. Так. Ну, ничего, я не успела, ничего не видно мне. Да, он им там в клетку забрасывает еду. Вот все люди, которые в зоопарке. Человек, наверное, 20. Мясо, что ли, им дали кушать? Ух ты, как он кушает жадно. Тоже тигр залез в свою поилку, бассейн. Но этого маленькая слишком поилочка. Так прикольно, как он туда поместился. Красавчик. Жарко тебе, да, жарко, киса. Так интересно, прям рядом можно постоять, посмотреть на тигра. А этих еще не кормили, вот с той стороны они покормили, а эти ждут. Тоже что-то забеспокоились. Или почувствовали запах мяса, их там мясом кормят. В ожидании ужина. И этот тоже, смотри, они прям все повыходили, ждут. Вот тоже работник зашел, теперь этих кормить будет. О, побежал встречать его. А, ну мы не увидим, потому что это будет с обратной стороны происходить.
вот в эти, наверное, окошки, в эти дверцы будет давать еду. Вот эта дверь сейчас должна открыться. Там их уже ждет еда. Уже все тигры повыходили. Вот этот последний обрадовался, побежал кушать. Все, уже всем нужно уходить. Уже 5 часов. Уже зоопарк закрыт. Она говорит, что она очень злая сегодня, эта рысь. Да? Они пошли с той стороны тоже их кормить. Она сказала, что она страшная. Ага, страшная. Как он ей даст кушать? Да, тоже вон в клетку заходят. Наверное, не видно, да? Отсвечивает еще солнце. Открывают, они не боятся рысь, смотри.